За плечами отборочные туры, четверти полуфиналы, впереди последние испытания и денежный приз. В финале шоу талантов «Бродвей» из почти 200 заявленных участников осталось только 5. 30 июня они встретились на сцене развлекательного комплекса «Тигр де Кристалл». Тусы на нитке, идеальны как слитки, показания слитки, нет причин для отсидки. Помимо финалистов, на завершающий этап конкурса пригласили ярких участников предыдущих испытаний. А вот конкурсный финал открыл сдвоенный танцевальный коллектив «Форма энд Бис». Изначально участники выступали по отдельности, но их объединили после первого четвертьфинала. На решающее испытание финалисты приготовили целый танцевальный спектакль, в котором разыгрывали случай в казино. Буквально дней за 5-4 там был поставлен и очень долго тоже гонялся. Ну как долго? Своеобразно было, очень тяжело, потому что тяжело, много театралки, образов, тому подобное, отыгрывающих моментов. Ну, непривычно для танцоров. Вторым на сцене появился акробатический дуэт. Семейная пара цирковых артистов полюбилась зрителям красотой выступлений, всевозможными изгибами тел и рискованными поддержками. А этот участник специально прилетал из Санкт-Петербурга на каждый этап шоу. Дмитрий Енин – профессиональный артист эстрады из северной столицы. Каждый раз он удивлял жюри разножанровыми выступлениями. А те, в свою очередь, неоднократно отмечали высокий уровень его подготовки и безусловный талант. В финале молодой человек решил рассмешить жюри и соединил юмор с цирковыми трюками. Есть! Есть, получилось! Много лет тренировок! Много лет тренировок и совсем немного клея. Я вроде профессиональный эстрадный артист, но я отучился на это. Если люди смеяться не будут, то виноват Гальцев. Меня учил он. Я шучу, конечно. Завершили финал песни и танцы. Кстати, двух сольных певиц объединили в дуэт также после четвертьфинала. Для итогового конкурса они выбрали песню «Леди Гага». Кстати, на подготовку финальных номеров у участников было всего 2 недели. После выступления финалистов жюри удалилось в так называемую совещательную комнату, где им предстояло принять нелегкое решение и распределить призовые места. Девочки сделали крутое шоу, мы заморочили все. Кто займет 2 последних места, жюри определило сразу и практически единогласно. Последнее, а вместе с ним сертификат на фотосессию и ужин в развлекательном комплексе «Тигр де Кристалл» досталось объединенному танцевальному коллективу. 4-е место и 100 тысяч рублей также досталось танцовщицам. Мне показалось, что к финалу выдохлись многие ребята, не показали тот уровень, который могли показать и который мы от них ждали. Вот, но тем не менее финал получился интересный, такой непредсказуемый. Это было нелегко, потому что, наверное, мы уже как-то прикипели и полюбили уже всех участников, переживали. И вроде, ну не то что подсудить, но хочется и тому, и этому, но конкурс есть конкурс. А вот определение тройки лидеров дало жюри непросто. До драки, конечно, не дошло, но поспорить и покричать все же пришлось. Через полчаса бурных обсуждений вынесли следующий вердикт. 3-е место досталось Юлии Васильевой и Анастасии Мещеряковой, 2-е – Дмитрию Енину из Санкт-Петербурга, ну а абсолютными победителями шоу талантов «Бродвей 2017» стали гимнасты из Владивостока Александр и Наталья Кайгородцевы. Мы смотрели в перспективу, безусловно, сравнивая 2 факта. Сегодняшнее выступление и на что человек способен, показав себя в предыдущих этапах. Вот это было одним из основных критериев выбора победителей. Паре акробатов вручили главный приз – 2 миллиона рублей. Победители уже купили загородный участок и на выигранные деньги планируют открыть цирковую школу для детей. Семья призналась, победы не ожидали. Мы вообще абсолютно не ожидали. Мы шли в четвертьфинал – не ожидали. Мы шли в полуфинал – не ожидали. Мы добрались до финала – вот это не ожидали. Поэтому мы до сих пор находимся в каком-то, я не знаю, наверное, в другом пространстве, где мы еще не верим, что это с нами случилось. Организаторы уже объявили, что в следующем году шоу талантов «Бродвей» обязательно повторится. Так что кто не успел посмотреть или поучаствовать в 2017-м, может запланировать посещение развлекательного комплекса «Тигр де Кристалл» на 2018-й. Олег Завьялов, Ирина Макрицова, Руслан Мартынычев. Новости на 8-м.